Не отвлекай, когда я снимаю. Я тебя вообще ни разу не отвлекаю. Вообще мне снимать не дает. Вот, видишь, вот, вот элементарно, мне нужно ближе, я не могу, мне вот так, потому что ты сейчас будешь тормозить, и я по стеклу, мне фигакнет. Опять я иду на этот тайник. Так получилось, что когда я восстановила, там кто-то еще, короче, восстановил, так получилось, что, короче, две закладки. Пришлось их закладку сейчас забрать и в каком-нибудь другой тайничок ее вот иду забирать. Уже какой раз сюда приезжаю. То восстанавливаю, то забираю лишнее. Я надеюсь, меня здесь воробьи не спалят. Сейчас 5 сек. Ребятки, телефон сейчас положу. Оп. Лай-лай. Опа. Все. Положим ее в другой тайник. И сделаем геокешерам приятное. Сделаю их соавтором. У меня в планах еще сделать 2 тайничка точно. Потом так хоп, в рукав ее. И не видно, что я там несу. Все. Магнит, конечно, классный. Надо было мне изначально такой. А у меня магнит-то был слабенький. Сейчас поедем, сделаем еще один тайник. Итак, мы прибыли на тайник. Ай, уже люди смотрят, что я тут снимаю. Блин, что смотреть? Какая разница, что тут человек снимает? Нет, обязательно надо глянуть, посмотреть, а что человек снимает. О. Ищем место для закладки. Короче, я спрятала очень палевное место. Здесь должна быть максимальная осторожность. Нас куда-то везут, не знаю куда. Домой? Какой домой? А елочки еще не колючие. Вахуна, да? Нет, это западная. Какая западная? Что ты врешь? А где столица? Поснимать. И тебя заодно подождать. Ну вот я приехал, все, поехали. Прикольно здесь, мне нравится. По крайней мере, здесь асфальт лучше, чем на западной. Лучше? Асфальт лучше здесь. Как птички здесь как-то странно поют. Это не наш. Пензенские птички. Это не местные птицы, да. Пахнет булочкой. Булочкой, кому что кажется. Я тут фотографирую, а ты здесь приехал. Вот она здесь и заканчивается. Сейчас развернемся и обратно поедем. Один кружок, 3 километра. Ну вот, не такая длинная, как олимпийская, но... Птички здесь по-другому поют. Тренажерчики всякие есть. Народ мало. Мало? Здесь, наверное, только одни местные. Мне кажется. Я вообще ничего не делал.
домой. Кушать, ужинать. И все.